Продолжаем матч, дорогие друзья. И атакует магнитогорский «Металлург» ворота Доминика Фурха. Закрывают зону здесь Толивары. И Евгений Тимкин возле борта. Против него Александр Черников. Николай Лемтюгов прессингует защитников. Но нет, все-таки магнитка делает передачу туда, в дальний угол. И ястребы выводят шайбу. Выводят шайбу в зону соперника. Николай Лемтюгов закрывает синие линии. Здесь синие линии, кто-то из игроков «Авангарда». И попытаются мячи свою атаку навязать. Столкновение возле борта. И здесь Юрий Петров вместе с Николаем Лемтюговым борются. Прижимают шайбу ко льду. Здесь сутолока из ног хоккеистов и клюшек. Выцарапывают Столивары шайбу и попытаются развязать свою собственную атаку. На скорости прорывается хоккеист магнитогорского «Металлурга» в зону «Авангарда». Делает неудачную передачу. И здесь мячи уже стараются 2 в 1 выйти. Бросок по воротам. Нет, не следует бросок. Евгений Тимкин на подхвате шайбу. Владимир Соболко его прессингует. Пытается отнять каучуковый диск. Но нет, не получается. Евгений Тимкин не тех габаритов. Как говорится, не мальчик для битья. И так просто не позволит расстаться с шайбой. Едва в собственные ворота. Здесь не получилось срезка от Йонаса Анилева. Доминик Фурх прикрыл щитком. И проброс фиксирует линейный арбитр. Задумчивое лицо Дениса Зарипова. И аналогичное задумчивое лицо Михала Кемпни. Через несколько секунд продолжится матч, уважаемые друзья. И здесь нарушение правил. За неправильную атаку соперника наказан Евгений Тимкин. Омский «Авангард» будет играть в большинстве. Соответственно, даже несмотря на проброс, вбрасывание будет в зоне магнитогорского «Металлурга». Под завязку, конечно, забиты сегодня. Впрочем, как и всегда, трибуны Дворца спорта в этом славном уральском городе. И на вбрасывании Владимир Соботко. Выигрывает вбрасывание омский. Чех делает передачу туда на своего партнера. И здесь Широков на синей линии четвертым нападающим выходит. Снова передача на Широкова следует от Ильи Зубова. Илья Зубов. Зубов снова назад на Широкова. Широков, Зубов